Какой кошмар, без понятия вообще. Он урчит, как мой желудок. Боже мой, мне страшно. Уходите, уходите. Да беги, да что вы туда бежите, уходите. Ребята, мы уходим. Да ладно. Да, побежали, господи. Ребята, я какую-то монетку взял. Всем привет, котята, меня зовут Лана, и, как многие помнят, я раньше играла в игру про слаймов, она была такая замечательная, но я очень давно этого не делала. Короче, мне кажется, слаймы сошли с ума и охотятся за мной. Ребят, вы же спасете меня. О, боже. Смотря насколько вообще эти слаймы опасны. Если прям сильно, то я думаю, мы вряд ли сможем, ну или не будем, ну тут уже как бы. Ага, понятно. Тут какой-то жуткий слайм с щупальцами, я таких не видела, у него три глаза. Те, в которых я играла, были похожи на котиков, были супер милые. Ну, да ладно, давайте начнем, наверное. О, господи, новый раунд через одну секунду. Ой. Вот это быстро. Давайте начнем с первой главы. Мы же хотим все-таки узнать всю историю про слаймов. Всю историю, как слаймы захотели уничтожить Лану. Ну да, а еще мне очень нравится, мы тут такие маленькие, и Ульян такая огромная. Смотрит своими глазами. Да, я уже привыкла, на самом деле. Да. О, господи, вы видели, что там можно было выбрать трех слаймов? Да, это... Ладно. Какой-то интересный режим. Да, но мы сейчас в школе. Тут какой-то профессор, он что-то сказал, я не знаю что. А я говорю, я люблю слаймов! И это правда. Это мой собственный рецепт слаймов, но будь осторожна. Я говорю слишком быстро, поэтому ты не успеешь прочитать все, что я сказала. И я тоже ответила, не знаю что, поэтому кажется... О, нет. В общем... Нас прокляли, короче, какая-то штучка. Да, нам скорее нужно брать какой-то слаймовый вакуум, и там что-то еще звучит. Короче, ребят, нам нужен слаймовый вакуум. Я не знаю, что еще это... Еще у нас по три жизни, кстати. А это что, это слайм? А что он одноглазый? Я думала, у него три глаза будет, почему один? Ребята, смотрите, что могу. Это хороший... Ульяна, смотри, ты там, вот там посмотри, ты видишь, что ты там вон застряла, вон ты там валяешься. О, боже мой, а как это я и там, и тут? А кто не это? Не знаю. А в смысле, а где вакуум? Ева, ты где его достала? Я просто подхожу и нажимаю. Там слайм! Осторожно! Осторожно! Так, надо спасти Ульяну. О, боже, он за мной ползет. Ах ты слайм, ах ты противник. Так, спасите меня, Ульяна валяется, ей нужна аптечка. Так, ладненько. О, господи, Ёша, осторожно, Ёша, тут слайм. Ульяна, беги. Я пытаюсь. Какой ужас. Так, я не могу. О, я могу нажимать на В и... нет, Ульяна, он пришел. Ой, он такой забавный, что стоит и выглядывает. Так. Он совсем не забавный, он просто, он очень странный. Ульяна, уходи скорее. А я могу использовать баскетбол? Не, не могу. А кто закрыл дверь? Я не знаю, я не трогала. О, вот, ну уводи его, все. У меня огнетушитель, куда его нести? Не знаю. Какой кошмар, без понятия вообще. Он урчит, как мой желудок. Боже мой, мне страшно. Почему я не могу это все завакуумить? Почему у меня срывается эта буковка? Так, я завакуумила. И я нашла ключ. Ого, огромный ключ, просто гигантский. А, он пришел, но это не тебе ключ. Ну ладно, давай заходим, и мы с тобой погоняемся, а потом я уйду. Я уйду. Отлично. Слушайте, он такие звуки издает жуткие просто, кошмар. Ребят, просто надо нажимать и держать кнопочку, и типа ты соберешь всю лужу, и я собрал всю и открыл какую-то новую дверь. Ух ты. Ого, ты. Так, а у меня ключ, но мне кажется, нет, он сюда не подойдет. Кто-то там кого-то съел, нет? Да. Это я ем еду. О, тут можно есть. Ну, неудивительно, Ева ест еду, это нормально. Так, а где, простите, дверь вот эта, которая... Ой. А там парень стоит. А мне нужна оранжевая дверь. Так, Ульян, давай тут все завакуем. Ёжа, Ульян, уходи. Да, но я думаю, она пока бесполезна. Пойдем, я тебе покажу, где Ульяна валяется. А вот Ульяне, видимо, понадобится Ульян. Там, где я была, там... Пока все нормально. Ключ или синий, я не увидела. Мне просто было страшно. Синий, по-моему, синий. А где используется этот оранжевый? О, господи, Ульян, беги. Да почему он постоянно за мной-то ходит? Я не понимаю. Что это такое за несправедливость? Я поменяла, в общем, все. А, аптечка нужна Ульяне, Ёжа, которая там валяется. А Ульян вот тут. Да вот. Нет, не я, а другая. Нет, Ульяна, не та Ульяна, не наша Ульяна. Там другая Ульяна. Значит, где? Там давай есть другая покажу. Ульяна, господи. Тут есть другая Ульяна, пойдемте покажу. Вон она там. Вот, давайте сюда. Я сама в шоке на самом деле. Ну да, вот она здесь, и ей очень нужна помощь. А, ничего себе, я думал, это настоящая лежала. Вот это Ульяна, да, превратилась в розовый ключ. Довольна, Ульяна, я понимаю вас. Жесть. Ага. Так, ну... Так сразу захотелось поговорить самой с собой, ну ладно, я пойду. Как говорится, с умным человеком, правильно? Ну да.
Ребят, я, кажется, слышу этого парня где-то тут. Я не хочу его видеть. А где розовый ключ? А вот он в этой комнатке. Ага, отлично. Хорошо. И он стоит у лаборатории какой-то этой. И знаете, ребят, мы, кажется, не успеем это все проделать, потому что огромное количество еще дверей закрыто, а у нас 2 минуты. Да. А никто не знает, где нужен, ну вот... огнетушитель. Я что-то запуталась, если честно. Понятия не имею. На самом деле, я даже не видела, где огонь. Вроде бы не было нигде. Я нашла желтый или оранжевый ключ. Так, это, наверное, желтый. Это я его бросил. Это я его выбросил, потому что нашел светяшку какую-то. Ева? Понятно. А ты его использовал? Нет, разумеется, нет. Ага. Ребят, я понятия не имею, что нужно делать, но вот тут вот сейчас я что-то расслаймлю, кажется. Или нет? А я не могу, у меня в руке... Ключ! Господи, он куснул меня! Куснул? Да! Да ты что? У меня одно сердечко пропало. Ого. Я нашла дверь! О, Ева, вот! Вот. Ева. О, отлично. И что там? А, там еще один ключ. Коричневый ключ. Ребят, что так жестко-то? Очень. Коричневый ключ, это да, это я знаю, это где? Это вот а тут. А куда, вот. Куда? А где ты? А вот это где? Ой. Так, а куда идти, Ульян? Я там, я где фиолетовый чувачочек. А вот я вижу. Так, а ну-ка. Начало? Не, где вот Лана, ты видишь Лану? Нет. Уходите! Я набежим. А, вот тут где-то, иди сюда. А, вот этот, что ли? Где-то здесь, не знаю, Ульяна вот, говорила, нет, где-то вот здесь. Прямо и... А, где-то... прямо, извините, пожалуйста. Так, простите. Ой, зачем я-то иду? Ой, я слышу, как кого-то куснули. Ребят, а еда не лечит, это я кушаю, но еда не лечит, я съела с каждой тарелочки, это не помогает. Ну, значит, это просто, не знаю, дали такую способность бесполезную. Бесполезная способность. А что у меня в руке? Я что-то держу, но вроде как ничего не держу, ладно. Давайте вот это завакуумим. В смысле, ребят, а я не могу больше использовать вакуум? Да ладно. А почему? Нет, это просто, нет, просто здесь не нужно вакуумить. Да, а где нужно? Непонятно, может, в закрытых дверях? Не знаю. Так, ребят, я там красную открыла, и там что-то есть. Ева, ты нашла? Да, ты пробежала немножко. Вот сюда, и вот. А, вот она, книжечка, так, и тут зеленый ключ, господи. Ну, мы все равно уже не успеем. Вообще не успеем. Да, что-то жестко слишком. Ну, ребят, ну слаймы, они такие, они коварные. Сейчас я кину в кольцо мяч, и будет круто. Я кинула мяч в кольцо, кстати, очень хитрым способом. Сейчас еще один кину. Вообще отлично. Ёж, я нашла вот эту штуку. Пойдем, покажу. Вот сюда надо. Давай. Вот а, я так и думал, я просто искал эту комнату. О, зелененький ключик. Вот, теперь ключик. У тебя еще салатовый ключик. Ой, ребят, мы вообще ничего, по-моему, еще не сделали. Осталось 5 секунд. И это, кажется, конец. Да, к сожалению. Но зато мы поняли, что вообще к чему. Ой, да. Ну что, давайте еще раз. Я считаю, что нужно пройти эту главу. Да, точно. Поддерживаю. Так, ребят, давайте быстрее. Мы должны со всем справиться. Ой, а теперь там Ева, кстати, валяется, кажется. Ого. Так, давайте вместе, ребят, вместе. Ой, так, подождите, я же тоже вакуумлю, нет? Ага, вот теперь да. Все вакуумят. Отлично. Вот тут вот Еве надо помочь немножечко. А, я думал той Еве, есть, которая валяется на полу. Да той тоже, но до той еще надо доползти как-то. Так, сначала развакуумим. Ой, тем временем эта букашка проснулась. Уже. Можно его огнетушителем огрею, пожалуйста? Да, пожалуйста, с удовольствием, обязательно. Главное, чтобы он нас не тронул, а остальное все как угодно. Ой, он, кажется, за мной идет. Так, главное, чтобы мне не мешал. А, стоп, ты как раз-таки рядом со мной, да? Понимаю. Так, он, кажется, за спины. Ребята, он подкрался прям вообще. Он точно ужас. Должен подойти. А это мое, я уже успела забрать. Я и не претендовал, я просто как бы показал тебе, что тут Ева, можно вот взять. Ева, вот тут дверь рядом, куда ты побежала? Вот твоя дверь. А, вот, ага, отлично. Так, а где серебристенький ключ, кто помнит? Вернее, замок. Я вообще такой. Не помню. Вижу. А это разве да, вот этот? Ульян, отлично. Только аккуратно, тут монстр прям за тобой. Уползай. О, боже мой, какой кошмар. Не, надо ко мне идти. Надо, уходи. Притяните его, а то я иначе не открою и не спасу Еву, которая там валяется. А может, это не надо меня спасать? Ой, а тут сердечко плавает. А его можно схавать? Да, если у тебя недостаточно сердечек, то да. О, прикольно. Еда не пополняет сердечки, я уже это видела. Не еда, а сердечко, прям сердечко. Да? Ого. Ой, это Еве надо, у Евы одного не хватает. Леша, беги отсюда. Да, я уже увидел. Так, а это типа я его убить должна? Ну,
Не знаю. А что, его можно прикончить? Было бы круто. Так, я тут это, использовала какое-то оружие, оно улетело, мне дали бейш, но ничего не помогло. Так, подождите, я нашла еще один синий ключ, а он откуда? О, пойдем покажу. Этот фиолетовый, подожди, этот фиолетовый. А, да? Ну ладно, хорошо. Ульян, а где коричневый ключ нужен был? А, все, нашел, спасибо. Да, не стоит благодарности, что ты всегда мне поможешь. Так, а где наш этот дружище? Что-то он исчез, и мне это совсем не нравится. Он там застрял, кажется, в спортзале, если не ошибаюсь. Ребят, я какие-то квесты выполнила, и теперь все как-то прям здорово, и мы открыли дверь. А вот и спортзал, и его здесь нет. Да, мы потеряли его из виду. Ага, значит, он куда-то ушел. Ну, он пошел гулять, пошел по своим делам. Не трогайте, пожалуйста, этого пришельчика слайма. Да, пожалуйста, пусть гуляет, где ему вздумается. Ой! По-моему, Ульяна его нашла, если не ошибаюсь. Да, еще как. Я думала, что он какой-то занавеской накрылся, но... А он сквозь двери проходит. Это потому, что он слайм, да? Это незаконно. Он прям застрял. У него есть такая возможность, подождите. Ну, уже застрял, но уже, в общем, потерялся. Да, я его потеряла. А, она осторожно! Нашла! Ой, ребят, а там что-то открылось. А, кстати, кто-то взял огнетушитель? Да, кто-то взял огнетушитель. И что теперь? Ребят, вот сюда нужен огнетушитель. У кого есть? У меня, куда идти? Ты прошла только что мимо зелененькой двери. Вот сюда и надо. Вот, стой, назад, давай. А, где зеленая дверь? Вот, Ева, за мной! Ева, да за мной! Ты видела меня только что. Я не видела тебя. Вот сюда. А, ого, сюда. Странно, я тебя видел, ты меня нет. Ну ладно, вот, смотри. О, я знаю, куда этот ключ. Ага, о, Илана сразу просто захватила ключик. Вообще-то Ева захватила ключик, я не трогала. Да. А, да, так, пон. Так, вот здесь открываем, у нас даже есть шанс сбежать. Это главный ключ? Ребята, мы уходим. Да ладно. Да, побежали, господи. А, и в эту сторону. Побежали отсюда. В эту сторону. Обратно. Извини, Ева, мы тебя здесь оставим. Ульяна, ты где? Ульяна. А я немножко в другую сторону побежала, и все, я уже бегу. Нет, господи. А, да, действительно, это уже конец. Вы меня простите. Ну я... Уходим, уходим. Уходите. Уходите, да беги, да что вы туда бежите, уходите. Прости, пожалуйста. Ребят, подождите, а тут парень хочет есть, а у кого монетка? А, у меня монетка. Блин, а! Ладно, ладно, монетку. Ну чего ж не раньше, я же говорил, у меня монетка лишняя. Ничего, наверное, это какой-то секрет. Или он будет ловить слайма. Там можно было монетку в автомат кинуть. Да, и дать еду этому парню. Но, в принципе, мы разобрались, и теперь мы идем домой сквозь. Ось темную ночь. Нет, да в смысле? А я все ждал, когда ты это увидишь. Ну, я же позже вышла. Зачем вы меня забираете на свой слаймовый космический корабль? Я так не хотела. Ну что, ребят, мы добрались до второй главы, и сейчас узнаем, что будет там. Ну, на этой космической тарелке, куда нас забрали... Это что, семья слаймов? О, боже. Очень странно. Да, семья слаймов? О, нет. А я их питомец? Я не хочу так! Нет. Ну, слушай, может быть, ты не питомец, может, они просто будут ставить на тебе эксперименты. А, знаешь, лучше я буду их питомцем, потому что я кошка, как бы, это нормально, в принципе, логично, что они захотели меня приютить. Мы просто хотели, чтобы... Что... Кто-нибудь понимает, что они говорят? Они говорят Нет. на каком-то... На космическом языке, короче, им нужны да. ответы на что-то. Я не знаю, на что. Ага. Но мы явно недовольны этому. Возможно, как раз таки эксперименты на нас будут ставить. Так, снова. А откуда у нас, кстати, этот вакуум? Никто не задумывался. О, он тут стоит! Он тут стоит! Это этот мужчина усатый. Интересно. А я думала, что он в очках. Он в очках и в усах. И в усах. Интересно. Ага, понятно. Так, я очень надеюсь, что ко мне никто не подкрадется со спины. Я что-то открыла. Ничего полезного? Да в смысле? Ой... Страшно. А сейчас я тумбочку в общем, вы поняли. Эвакуирую. Сложное слово. Ну да. Так, а это что? А тут что-то очень яркое и страшное. А как у вас дела, ребят? Я нашла какой-то ключ. Я нашел белый ключ и белую дверь. Ого, голубенький. Это круто. О, а тут, смотрите, тут Ульяна, вот она. Опять Ульяна. Замурована. Она просит лазерный меч. Да, я тоже это увидела, я не понимаю, что происходит. Лазерный меч, это круто. О, а я согласна, что Ульяна, и согласна, да, я тоже хочу. О, я тебе помогу немножко. Давайте, спасибо. Вакуумом, так. И что мы открыли? Мы же ничего не открыли. Красный ключ вот взял. Так, мне тут нужен гаечный ключ. Надо цветочек полить. Почему мы вообще должны заботиться о... О
доме каких-то слаймов. Они нас похитили, значится, а мы еще им помогаем. Ну, может быть, этот цветок тоже не очень рад тому, что... Что случилось? Все хорошо, тому, все хорошо, случилось. Он очень не рад. Он очень не рад, а за ним тоже никто не ухаживает. Его приютили и все, вот. А мы ему поможем, он будет на нашей стороне. Лана, а у тебя в руках что-то есть или нет? Ничего нет. Вот сюда вот проползи, и вот тут можно что-то забрать. Ага, ползу, сейчас проползу. Да, о, там чувак это. Да почему я не могу? Я застряла! Я слишком крупная кошка, не могу проползти. Надо меньше кушать. Ева, выползай мне в ту сторону. Он за нами! Он укусил Еву! А голубенький, что-нибудь голубенькое вы не видели? А то у меня голубенький ключик. К сожалению, нет. Я видел только что такое, по-моему, бежевый. Забудь. А, нашла уже? Ага. Здорово. Ой, ребят, я не знаю, куда я забралась, но я вот недавно видела, это как неизвестная карта, господи, какой кошмар. Я недавно вот только видела вот то, что у меня какой-то желто-оранжевый ключик. Так это там где кухня, я же говорил. Так какая кухня за мной бегает, этот вот этот мужчина, вот слайм. А, нет! Я проползла. Очень быстро. Так, я не знаю, где кухня, я не знаю, куда идти. Тут все очень запутано. Так, кухня рядом с началом. Да, да. Тут есть что-то секретное. Ёж, веди меня, где кухня? Да, в той вот стороне, смотри. Угу. Так, если найдете красный, то, пожалуйста, кричите. Так, хорошо, а вы зеленый. Красный, кричу, только я не помню, где он. Отлично. О, лейка. Я лейку нашла. О, лейка нужна мне, так, давайте покажу. Смотрите, а тут можно что-то сделать? А, что-то набрать, а ты можешь мороженка в лейку набрать? Брать что-то или нет? Нет, лейка просто. Я полью пустой лейкой, и мне кажется, он типа ага. Не против будет. Ну, возможно. Надо его только найти. Какая запутанная карта, господи, просто кошмар. Эй, бешеное растение, где ты? Ёши, пойдем, я тебе покажу, куда красный ключ надо. О, красный, здорово. А зеленый? А зеленый тоже где-то здесь был. Ульян, не иди туда, там этот парень. О, не буду, я просто слышу его, и мне прям страшно становится. Так, где-то тут. Даже не помню, если честно. Так, тут нужна лейка. О, Лана, как раз таки лейка здесь и нужна. Так я не знаю, где. Так, зеленый тоже. О, тут. И зеленый, господи. О, я вас вижу, я Ёши, вас подожди, вижу. Где-то был красный. Вот красный, Ёши, вот сюда. О, здорово, так. Лана, там нашла, да, все? Нет, я еще тут. Так, где это растение? А, нашла. Здорово. Так, так, Ульян, а зелененький закрыть? Нашла ладно. Или нет? О, я нашла светло-зеленый, и мне еще нужна швабра. О, я швабра взяла. О, швабра. Ева, пойдем. Вот Ульяна. Пойдемте, господи, как здорово. Ребят, я нашла не самое лучшее. Я нашла, оказывается, пистолет. Это не очень полезно. Пистолет? А зачем нам пистолет? Подожди. Стрелять я уже в этого парня. Вырубить этого слайма интеллигента. Я его в ловушку загнала. Ого, и даже бейдж получила. Ого. Но, к сожалению, пистолет был одноразовым. У меня больше ничего нет. Я отправляюсь на поиски предметов. О, Ульян, зелененький. А, вот сюда, вот, смотри. Ага. И куда? Что у нас там? Ой. Это что такое? А как вы думаете, что может быть у меня? Да. То, что нужно мне. Ульяна пошла спасать Ульяну, я так понимаю. Ну да, только надо найти сначала Ульяну, чтобы спасти Ульяну. И, в общем, да, вы поняли. Так, Ёша, а где синий ключ-то нужен? Я не поняла. Фиолетовый тот. Да, честно говоря, я не помню. Я его видел раз. Ну, давайте искать. О боже, тут этот чувак, Ульян, там где надо спасать тебя, тут этот чувак. Вот, Ульян, тебе, кстати, да, сюда. Так, ну помогите мне найти меня, я немножко потерялась. Давай в начало. Не, мы кругом пройдем. Ульян, вот сюда, вот сюда, смотри. А ну-ка. И вон туда. А этот парень ушел, он булькает где-то рядом. Он тут, к сожалению, он тут, попытайтесь как-то аккуратно пройти. Так, Ульяна, давай, я попробую его увести. А где он? Эй, парень, пойдем, он в углу. А, он в углу, все, подожди, стой, я попробую. Ульяна, схватить эту штуку. Отлично, пойдем. Фух. Вот это работа, вот это я понимаю. Ребят, никто не видел сине-фиолетовую дверь. Нет, никто не видел. Нет, только черненькую какую-то. Так, Ульяна, эта штука была где-то, возможно, туда ты правильно пошла. Да? Где-то, так ты вот. Думаешь, не сюда? Ну, не ладно. Знаю, там она где-то была на каком-то из балкончиков, это точно. А я думала, ну ладно, вот так вот где-то посмотрим. Снаружи, я не помню где, но где-то снаружи, наверное. Я, какой ужас! Почему они такой дом себе построили странный? Да. Ой, кажется, не так, не, Ульян, неправильно. Ой, я Ёша испугалась только у что. У нас осталось 25 секунд. Блин, а неужели мы опять не успеем? Нет, мы тут.
точно не успеем. Вот сюда, кажется, сюда, вот да? сюда, Ульяна, вот! Вот, да. А синий-то куда нужен? Ну... Ой, а что я взял? Ой, это какой-то черный или синий, что нет? А, черный, вот нашел. Вот сюда фиолетовый. Мы этот. Не успеем, 6 секунд! А где это было-то, Ёша? Это по коридору, там, где шкафчик с таким бежевым замком. А, видела его, но не видела, куда нужно применять. Нет. Жесть, что так сложно? Ой, ребят, ну, видимо, слаймы выигрывают. Нужно с ними как-то осторожнее обращаться. Так что, ребят, я думаю, что в следующий раз мы попробуем все-таки сбежать с этого ужасного космического корабля. Возможно, когда будет новая глава, и мы узнаем продолжение. Ну, а на сегодня это все. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии. И увидимся в следующих видео. Всем пока! 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 Пока!